Ровными слоями асфальт ложится на проезжую часть этой ночи, приводит в порядок Молодогвардейскую. Основные работы по комплексному ремонту в темное время суток, чтобы не мешать движению. Улица преобразится от Вилоновской до Невской. Здесь благоустроят тротуары, газоны, установят бордюры, обновят дорожное полотно, нанесут разметку. Улица Молодогвардейская включает в себя также ремонт сквера 30 лет Победы вместе с фонтаном. Также сквер Шанхай и сквер Галактионова. На данных скверах будет установлено новое освещение, система автоматического полива газонов, будет выложена плитка. В планах закончить комплексный ремонт до конца октября, но рабочие идут с опережением графика. Контроль на каждом этапе. Если будут обнаружены нарушения, подрядчику предстоит их устранить. Гарантия на новый асфальт 5 лет, на разметку 2 года. Такая дорога, уверяют рабочие, прослужит долго. Будут ездить тут и грузовики, и легковые автомобили. Весь гарантийный срок дорога отстоит и даже больше. Работы на Молодогвардейской спланированы так, чтобы по улице в любое время можно было проехать. Полностью здесь движение не перекрывают. Автомобилистов просят по возможности не парковаться вдоль проезжей части. Комплексный ремонт дорог одновременно ведется по всему городу. Сейчас также в порядок приводят Красноармейскую, Фрунзе, Максима Горького, Венцика, Дыбенко. Алина Чемерис, Василий Колдашов. События.